Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема видеолекции урока наша такая. Очень частые приступы болей головных в височной области и в висках. Ну, другими словами, это мигрень этой области, потому что мигрень переводится как частые приступы головной боли. Итак, если у человека есть частое проявление болей, болезненности, приступообразной в височной области и именно в висках, то, пожалуйста, через точку ВБ-38 вы можете помогать, что? Бороться с этими болями. Здесь хотелось бы подчеркнуть и сказать, что, уважаемый зритель, помните, что желчный пузырь является одним из самых важных меридианов в акупунктуре при проявлении всеразличных головных болей. И височная, пожалуйста, область здесь... Ну, ее не обойти никак. Поэтому, прежде чем бороться с той или иной проявлением головной боли, в данном случае мы говорим о висках, пожалуйста, обратите внимание на состояние меридиана желчного пузыря. А уж потом глотайте таблетки горстями, там, ходите, ищите, скажем так, точку опоры от ваших головных болей. Но если вы набрали сил, терпения, посмотрели данное видео, вооружились знаниями, то точка ВБ-38 вам в помощь в борьбе с всеразличными проявлениями приступообразных болей в височной области и висках. Спасибо за внимание.